Ну а теперь, воины, я вам расскажу свою сказочку, то, что увидел я. Жил кон нашей вселенной, бог, смотритель, неважно, как его назвать, кон. Назовем кон. Тот, кто держит баланс, тот, кто воздает карму и так далее. И вот это образ не случайно рыбака. Поймал он на крючок, скажем так, на свой закон, нечто. Пришло. Нечто, что он не смог переварить, рыба, которую он не смог вытащить. Что-то сильнее его, больше по правам, подключкам, возможностям, как угодно можно называть. Вот она, красота пошла. Прибытие первого роя, почти как у Милен Фармер показано. Зазеркалье. Зазеркалье, из которого транслируется новая вселенная, кубы. Прозрачные светящиеся кубы пошли. В это вбуханы огромные деньги, в этот, казалось бы, простой ролик на нерусском языке. Заметьте, это важно. Что было дальше? Вот трансляция законов чужой вселенной. Прозрачные светящиеся изображения. Трансляция конов чужой вселенной. Законов другого мира. Вот он, рой пошел. Или вы думаете, что это животные? Туганьяк, это что? Это не животные, это не люди. Это рой. Он еще не изменился, он еще не стал маскироваться. Он такой, какой был. Да, жучки бывают и зеленые, и желтенькие, разные. Красивые. Вот он, рой. Из центра вселенной. Из-за зеркалья пришло. Все очевидно. Я это вижу, потому что это резонирует. Я вижу сигнал, энергетику и прочее. Символизм этого действия. Из темноты. Вот первый рой пошел. Разведчики, типа, они танцуют. Вот немножко охреневший кон нашей вселенной смотрит, не понимает, что происходит. Он в своей лодочке рядом, пока просто рядом. Якобы национальная одежда, но это... А вот рой, жучки с антеннками наверху. Потому что это не рожки. Вряд ли это такие, не знаю, 5-8 хвостиков за головой, с затылка идущие. Это не что-то, что можно хоть с натяжкой показать, как животные какие-то. Нет, это показан рой. И вот любимые 120 Гц. Зомбирующие, выключающие мозги Туганья на нерусском языке показывают роение. И сейчас будет матка показана, королева роя. Дается благословение создания нового роя, роение. Новая ложа, новая нация, новая страна. Это, по большому счету, роение. На символьном уровне сначала происходит некий ритуал. Сначала, естественно, решение королевы роя создать новый рой. И вот мы видим создание нового роя. Туганьяк, новая национальность. Почему я так думаю, объясню чуть позже. Как создавались новые туганьяки, новые раи с начала 19 века вторжения. Большие страны, маленькие. Как Индия большая расщепилась на десяток стран. Как Российская империя расщепилась на десятки стран. И это продолжается сейчас. Один большой туганьяк. Смотрите, разве это похоже на что-то, что мы можем видеть в национальном татарском, неважно, калмыцком, еще каком-то эпосе? Нет, это показан рой. Огромные деньги в развитии национальных культур в 60-е, особенно 80-е годы. Советские ученые создавали письменности, создавали языки. Деньги вбухивались в национальные литературы и так далее. Нас с меньшинством поддерживались экономически, были большие вложения и так далее. Заяви, что ты не русский, ты получаешь огромные деньги. Хантам и манси и прочим давали и скутера, и ружья, и продукты, и так далее.
куча людей теряли свои паспорта, чтобы потом записать, что ты не русский, и получать большие деньги. Сам знаю, было такое. И в 90-е даже было. Я не против, я ничего не разжигаю, поймите все правильно. Я за самоопределение народов во всех видах. Но я против самоопределения против русов. Потому что почему-то это самоопределение приводит к распаду, к сепаратизму и так далее. И мне кажется, что на символьном уровне вот это вот сепаратизм. Вот они пошли. Младшие королевы Роя. Несколько дочек пришли. Следующая волна. Он немножко тоже подохренел. Дальше будет круче. Космические темы явно. Ничего с Татарстаном не связано. Я, по крайней мере, не вижу. Неплохая ранжировка. Вот оно. Роботы, как у Милен Фармер, один в один. Смотрите, ссылка будет в описании. Именно 6. 6 роботов с искусственным интеллектом. Лицо — это символ искусственного интеллекта. Они транслируют свои законы. Они начинают корежить нашу вселенную под свои законы. И вот он, кон нашей вселенной, танцует под их музыку, уже под их законы. Они командуют им. 6 направлений. Он подходит, а они ему диктуют, что делать, транслируют. И он танцует под их команды, скажем так. Казалось бы, каким образом Туганьяк связан с искусственным интеллектом, этими лицами искусственным интеллектом, с этими роботами? Каким образом промышленные роботы связаны с Туганьяком, с татарской культурой? Потому что ничем татарским тут и почти не пахнет. Я вижу тут все немножко иного. Вот в космосе, в нашей вселенной, по 6 направлениям шла трансляция. И кон, наш кон, танцует. Вот ограничение, вот ему становится новая граница. Вверху, внизу он показал стеночку. Случайного нет ничего, от слова совсем, в таких ритуалах. А это ритуалы. Я вижу ритуал, за которым последует что-то материальное. А что, я расскажу чуть позже. Смотрим. Вот они, синхронные движения роботов. И через роботы, через цифровое сознание корежится, через квантовые компьютеры корежится наша вселенная. Объединяется и потом будет уничтожена. Я об этом много чего показывал на канале. Механизмы показываю, открываю. Как через квантовый уровень, через квантовые симуляции корежится наша вселенная. Потому что это магия, реаль. Это воздействие на нашу вселенную. Смотрим дальше. Самое интересное только начинается. Лазеры. Лазеры пошли. Любимое оружие нашего врага. И вот оно. В кубике. Красавично. Как и Манокини, или во многих других местах. Красота, как у Валерии, тоже в кубе она клипа. Вот она, королева Роя, основная приходит, когда уже все подготовлено. Она приперлась в нашу вселенную. Телепортация, 3-я волна прихода Роя, когда все уже так планировалось, по крайней мере, но ей навстречу пошла другая сила, другая волна. Рой получил приказ показать все как есть, они показывают. Естественно, с целью переделать. Вот из этого центра выходит некий воин, один. Он не часть Роя, наверху ничего нет. Но у него есть некий статус. Смотрим. Он, да, в зеленой форме. В некой. У него нет антеннок на голове, это люди. Команда людей пришла. И вот охреневший он ходит вокруг, ни хрена не понимает, что происходит, потому что снова пришла куча народа со статусами выше его. Он просто ходит вокруг. И вот эти воины, они как бы
задвигают королеву Роя вверх. Но вот пришел к этой куче народа кон, между ними ходит. Ни хрена, опять же говорю, не понимает, мягко говоря, удивляется. И решает, ну его нахрен, я постою в сторонке. Я на такую не рассчитываю, моя программа дает свой. Пойду-ка я в уголок понаблюдать. Смотрите, как все это увидела Мона в сеансе. Она его называет зрителем, болельщиком. И вот победивший воин дает новый свод законов Кону. Новые правила, как быть. То, что он ждал. Теперь он знает, как поступать со всей этой трихомутией, маткой и всем прочим.